Poggers. Конечно, надо самое темное, но я вижу все равно. Я все равно вижу. Да, вот это вот все я как бы. Let's go. Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. The bell tolls, unearthing the old lords of Cinder from their graves. Aldrich, Saint of the Deep. Undead Legion, the Abyss Watchers. And the reclusive lord of the profaned capital. Yawn the Giant.
the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed, undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Сколько убавлял звук, все равно он выжрал все мои перепонки. Отлично. Ну, час чилинга, так сказать. А что там случится? Ну, пожилой, конечно. Пожилой дед, получается. Другим не имеет смысла играть, я так думаю. Заспойлерил на стримах Немза, как насколько легко проходятся все боссы в этом ДС, прямо невероятно. Сейчас мы и узнаем. Вот эту заставку я никогда не видел. Ничего себе, мне дали оружие, мне дали дубину. То, что надо, по-моему. Thank you.
Кайфуля. Интересно. Нормально. Так, ну что, осталось Сет Хавела найти, игра пойдет. Не рада она мне, видишь, О, я не увидел, чтобы по ней дэмэдж зашел нормальный. Ладно, я вижу тут, я бегу тут. Отлично. Valuable. Так понимаю, ни хрена мне не дадут этого чувака. С большой вероятностью мне ни хрена с него не дадут. Тем более, все, что нужно, у меня уже есть. Дубина и двуручный хват. Часто что он меня не задел. Обалдеть. Ну, куда ты вставишь? Нет. Ну и что? Какой радиус захвата цели? Он там максимально минимальный или что? Либо мне надо просто на цель смотреть точно. Очень непривычно.
Вот стоит чувак, да, с чего бы я должен что-то с ним делать? Ну, стоит и стоит. Вот у меня появляется острое желание вытащить меч. И начинается лютый трындец. Меч исчезает. Вот бы атаки еще знать его. Ага. Это что, босс? Это был босс? Да, во что превратили мою игру? Вот в первом DS такой херни не произошло. Ногам. Три тысячи двести восемьдесят восемь душ. Вот если было 32 288 душ. Ой, сломанный меч достался. Ну типа у меня дубины, не знаю. И можно всю игру пройти, я так думаю. Там два. Вроде как прикольно, но может быть из-за того, что я поставил. Вручную прицеливаться крупным оружием, когда цель захвачена. Ё-моё. Что я хотел-то? Цветность какую-то накрутить. Ничего не накрутить больше. Офнуть свет и второй моник. Вот решение чемпиона, мне кажется. Шавку какую-то ставили. Вот и, вот и первый босс. А нет, все нормально. Ну нормально отлетело, кстати говоря, от дубины. Полег. Так. Подрубить надо чат, чтобы по чам повидеть. Понимать, когда я там разваливаю, когда Рафлан Тигран происходит. Ну сейчас получше стало, как все вырубил, прям все. До этого цветности не хватало, видимо, забалован POE. Сейчас тут дверь закроется или... Обычно максимум непонятно.
чего бы ему этот меч доставать, втыкать. Плохо уже, три костра есть. Высокая стена Лотрика. Это типа туда меня отправляет. Ну. Welcome to the bonfire, Ankin. I'm a fire. I attend to the lords who have left their throat. To this end, I'm Ashen One. To be unkindled is to sovereignless souls will become thy. I will show Ashen One. Ashen One. Sovereignless. I will show Ashen One. Very well. Then touch, take nourishment. Да, по качингу, конечно, это вообще большой вопрос. Я так понимаю, стакать либо ловкость, либо сил. Что мне попадется, я не знаю. Такими предложениями удачи тебе нужна, дружочек, будет. Ты понял меня? Моя большая дубина скоро выйдет по твою душу. Так, ну тут есть еще софт и хардкапы, так что примерно до 20 там какие-нибудь. Вот за хпшку дает 24. Почему 24? Чтобы мне неудобно было считать или что? А тут дает. Двадцать шесть. 30. Понял. Каждым разом. 2016 играл бы в 2020, понимал бы, что к чему. Так, ну так как у меня нищий, это раз, и дубина в руках, которая, я верю, что от силы скалируется, то я качаю силу. О. Думаю, это верное решение будет. A pleasure. I am but a humble weapon, armor. I've lots of little things to eat. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen one, as is thy want. Чисто два пакчампа, два завораживающих события за один вечер. Как это? Заставляющих притаить дыхание. Запуск DS3 и... Ashen One, bring me umbral with ash. Is it not our sorry fate? Ashen One. Мне нужны души. Наконец-то я посмотрел себя в зеркало. Well, I am Andre. I serve as a humble smith. You're in search of a toilsome journey, I wage. Let me smith you. I am a smith. Pretty, be careful. Говорит, создаст мне оружие, а он мне предлагает только усилить мое. Ну, врунишка. Последняя надежда рода. Неплохая подсветка у трона.
сделайте, ребят. Прилегли. Уже измазался в чем-то. Как-то вот прохладная история, то, что надо телепортнуться на новый этот самый. Вроде бы тебе ж надо открывать эти костры, и потом только у тебя доступ до них есть, а у тебя полет туда. Так и было в 2016-м. Это замки. И все их обитатели, я так думаю, не дружелюбны ко мне, за исключением немногих. Так, костер. Отлично. Можно отдохнуть. Это три чего-то там. А, это типа где я? А тут есть пулеметчик в Bloodborne? Не восстанавливается. А? Так. Мордасом получил и вернулся. О, на мне баф какой-то висел. Нормально тут, слышь? Да, подошел. Воу-воу. Ага, вот этот явно. А где мой дэмэдж? Я стакал, для чего силу-то? Четыре атрибута как бы повысил. Носи, короче. За любовь. Хорошо пошло. Так, ну там где-то еще стрелец был.
Yes. Beautiful. А ты как тут оказался? Не это ли ошибка была сейчас? Я передумал! Я в другую сторону. Или нет? Один. Вот мои души. Честно, заработали. Конечно. Я надеялся, можно. Я убил стрельца. Он пока орёт, возможно, его можно убить. Он из определенного нуба появился. Но если у него такое же количество хп... А, тут еще собакины сейчас будут.
трогать, он там тусит где-то. Что такое? Сравните, как говорится, рисовку камней передо мной и чуть подальше. Это шо? Какой-то кек дабл ее просто. Лучше бы все было такое уже, вот как тут есть, и все. Нормально. А че я сюда ходил? Можно зайти? Нельзя. Паркур оставим на потом. Сделал не так. Кто начнет орать? Ну, давай я ништяк возьму и... Странно, что никто не вышел.
первого, у кого нормальная атака мечом. Он не встанет. Радует. Да, ну да, ну. Вадик, карту рисуешь уже? Или как Бина Босс сделать? Так вот какой-нибудь NPC будет сидеть, я его тоже же. Сначала тюкну, потом буду разбираться. Так долго старался, чтобы... Welcome home, speak. Ashen one, sovereign. Farewell. Ah, another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And it have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we are talking true legends with the metal to link the fire. Don't you think? What a sick. Asking us to seek the lords of Cinder. We're talking true legends. Those who would live. Служанка при храме. Ashen one, be strong.
успел прийти. Быстро. Ё-моё. Я-то думал. Вас тут немного. Ты же хочешь. Этот дракон и взлетел, я так. Подразумеваю. Come on.
Стойкость кайфово пробивается. О. Выпад пошел нахер. Разворота не умеет давать. Бомба. Еще пара дырок была вниз, а бы отрада. Так, один тут этот есть. И... Нормально он. Называется башня на стене.
прицелься же в него. О, минус души. Так. Это в настройках можно исправить? Это, в принципе, такая игра. Зачистить можно дырочку. Где дверь резать? Да. О, нормально. Прицел у него нормально. Только бегу за лутом, а там. Нож вечен. Никто не вечен. Панцербрехер. Панцербрехер в печень никто не вечен. Панцербрехер. Этот похож. Второй. Простите, из лучшей части. Пускай пока сидит. Ладно.
хорошо. Нормально, кстати, пошли. Еще паузу выждал такую. Аккуратненько так подобрался. Лол. Это можно заложить еще жест. Кайфуля. Панцербрейхер. Коммунист. Ну вот тут вот спрыгивает, квитаут делает. У меня получится квитаут? Или лучше, или лучше не пробовать? Ну, естественно, это что, КС? Почему они в размен? Почему они друг друга разменивают, а у меня в кассе ребята не разменивают? Да, конечно, я не смогу сделать квитаут, а закреплять это... На, слэм данк, на! Так, теперь там... Реально, они все стоят так, чтобы на разменочах быть. Я убиваю одного снайпера, у меня тут же прилетает пушка от другого. Так. Давай-ка я лучше
Лучше побуду наверху. Я тут еще не все обследовал. К примеру. О, там еще один такой же парень. Только уже не скрывается в виде такого неактивного. Так, что из-за стены там стоит уже чувак? Бля, какой стоит. Как говорится, замешкаться и... Вот это внушительно выглядит. Стоит чувак с тяжелым щитом. Даже больше, чем мой. Потом. Он. Когда ему взумается в голову, убирает щит, берет в две руки копье, и все это происходит за считанное мгновение. И по кчам, потом по кчам. Пошел нахер. Рафлан Тигран. Попаду дважды или нет? Так, я тут на размены что-то там. Я спрятался. О, брат, да ты... Аккуратно. Без. Кто поставил сюда этих чуваков в латных доспехах? Просто гений. Гений! Души родственные встретились. Оба, разгоняемся. Вниз. А теперь спускайся. Давай, давай. Ну давай, чё ты? Ну чё ты? Ну а чё спустился?
А этого можно не трогать, или он орать начнет? Он же орать начнет. Так, ну тут я спускаюсь, встает вся бригада и начинается невероятный лекс. Это не то, что я ожидал, но... Будто бы не встанет, да? Может помочь палец. Так, ну вы пониже живые, да? Ну, этот вообще же жирный, ты смотри на него. Когда это не проблемы были? А этот вообще не пощадит. Блядь, один удар. Плюс уголь. Минус жизнь. Я знал, что она остановится. Перекаты начал делать. Еще какую-то хрень придумал. Ну как можно еще и упасть потом с клифа? Ну это прям вообще... Где там еще один? Он не встал, да? Понял. Кильт пошел. Thank you.
Подошел. Интересно, этот чувак парирует, у него такой щиток, прям вот то, что надо. Ломанный меч. А будет нормальный меч? Ладно, у нас становится вот. Губы самоцвет, кем мне выпадали. Там махал своей зубочисткой. Один удар. Ага. Здрасте. А это тот, который внизу оказался. Он не сдох. А это кто? А, я и лучника туда отправил. Это хорош. Так, посмотрим. Конечно же, я не буду. Слушай. Слышь? Ребят, 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 ребят. Мне мальчик нужен.
Почему я весь в саже измазан? Просто нет слов. Какой прыткий, мразотный. Ну, души стали ближе. Вот я здесь, да? Он такой херак разбегается и... Он успел разбежаться и херакал меня. Это он один всех их переложил, я так понимаю. Люди мне говорят. Заняться было нечем, пока интернет не изобрели. Ходит вокруг фонтана, крошит все. Путь вниз, путь вверх. Куда бы ни пошел, везде.
обратно лучника нашел. Вот эти бабушки. Паломники.
сейчас я ловлю себя на мысли такой: о, как хорошо, что после смерти не надо подрубать ауры заново. Yeah.
Ладно.
Чё такой душный-то, а? Врубает свой God Rage мод. Начинает крошить. Биг. Это тебе не биг. Ну правильно, этот же не на стене, этот в закрытом помещении. Со стены его можно было скинуть. А этого не скинуть. Вообще ненормально, ну, серьезно. Пока я там стою, что-то делаю, он разворачивается и по мне пробегает второй раз. Нормальный парень, нормальный. Как говорится, just don't get hit. Определенно не хватает только RTSR. С RTSR бы давно уже убил. Отхилился нормально. Да ёб что дейс. Оказывается, он может не только бегать. Обалдеть. Но его пробежки я все равно не переживаю, так что. Ну пока он не бегает, даже можно побить когда-то.
зачем возвращать лифт? Это из-за неуверенности. Вот если бы был уверен в победе, кто бы возвращал лифт? Да никто. Почти достал. Теперь тут тычку получил. Что ты будешь делать? Первую фазу он себя как дурик ведет специально, чтобы расслабить, так сказать, внимание. А потом начинается. Может быть, стоило все-таки хп подкачать? М? Или найди броню. We'll be right back.
достал, реально. Заморозка дамажит, интересно, или нет? Она замедляет как-то меня. Если дамажит, то окей. А если она не дамажит, то я болван. Эта волна не только замораживает, а она дамажит. Она полувидимо остается эффект заморозки. Понимаю. А в прошлый раз я задолжил. И не знал о том, что она дамажит. Ну, раз не убила, думаю. То так и должно быть. И в этот раз я просто пошел в нее, даже не пытаясь доджить. А, я думал, она по мне попала и наложила эффект заморозки. Вот. Но это было бы срамс, а не верное решение. Да-д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 а. Попал. Проверяй. Интересно, есть чуваки, которые первую фазу траили миллион лет? Что они после второй делали? Выходили из игры, удаляли ее?
Умри! Вообще ожидал на последний хит какой-то атаки, которая у него быстрая. Там, ну, типа, не с ручки булавы, знаешь, такая легкая тычка в челюсть и нахуй на костер. Ну, он там что-то дрочить начал. И все. И проиграно. В голосину. О, камера отдалилась. Пок-чамп. Реально, пок-чамп там. А, в инвентаре его. Вот с весами прикольно. Welcome home, I shall speak thine heart. Very well, then touch the dark hake nourishment from these sovereigns. Ashen one, to sovereign, I'm ashen. Farewell, ashen. Ah, well, how many... Тут можно D, E. Это что, посох? Окей, не то. Ну вот на менюху смотрю, не очень. Как-то. Ну, непривычно на нее смотреть. На такую, то есть вещи очень маленькие. С другой стороны, все есть. Вся инфа на экране. Тебе даже переключать ничего не надо. От ветхой башни позади храма. Ну и хрен с ним. Ah, it is good to what need. Weapons and protectionists, but when overused, they'll eventually, when their durability is low, use a powder. But should chance impel them, I'll hammer them back. They take no pleasure in breaking, so handle them with care if... Pretty big, I don't want to see my work. Что, мне никто ничего не скажет, да? Ну вот этот вот, вот, братишка, вот этот вот, давай. Я победил... Бля, меч-то у него такой. Хорошенький. All that unkindled, and a seeker of lords. I am Ludlith of Courland. Курлянский. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago. If substantiation be thy want, this sad. Knowest thou of our purpose? Лудоман, по-моему, это какой-то. Will take five lords,
the fast fading flame, but a reenactment, so it is. I may be but small, but I will. Knowest thou of five thrones will take from the fast a reenactment, so I may be but small. Now. Курлянский ядрит пудрит. Так, и чё? Я типа закончил все дела тут, да? Силу-то я прокачал, ребят. Но интеллект у меня маловато, конечно. Чтоб совсем без урона. Я такой подбегаю и в спину, но нихуя. Хорошо пошло. А тут еще один брат есть. Я уже думал, башка отлетела. Используем тактику. Сердский молот. The wait has been long, unkindled one. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone,
to their churning homes converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall, forge on through the great gate, and raise this banner to proceed. Маленький флаг вот. This farewell gift, it is the insignia. If you fear trespassers, then etch this upon your... And the old Concord will beckon... What is wrong, unkindled? Are you not a Lord Seeker? Is this not the calling of... Бывает, да, бывает такое, но... Да без разницы на меня, я там... Особо умных комментариев не вставляю. Так ору иногда, и я думаю, это слышно. Все остальное по боку. Почему я всегда в какой-то грязи измазан? Это что? Бог? Понимаю, обучение прошло. Эх, хорошо пошло. Но больше я не выдержу, так что... Выйти из игры. Флексит, наверное, да, уже?
обоих разваливал. Сначала одного, потом второго. Там души, по-моему, надо было мне, или что-то типа того. Но там, да, такое, Рафлан Тигран. А, и кольцо же там еще падает, кольцо.